В украинских школах стартовала основная сессия внешнего независимого оценивания. В Одесском регионе заявки на участие подало около 17 тысяч абитуриентов. Первым экзаменом в рамках внешнего независимого тестирования для одесских школьников, как и по всей Украине, стали тесты по украинскому языку и литературе. Многие ребята признаются, что долго готовились к этим испытаниям и надеются на высокие оценки. На сдачу экзамена, организованного в виде тестов, абитуриентам было выделено ровно 3 часа. За это время участники должны были показать все те знания, которые накопили за годы учебы. Многие признаются, готовились основательно. Готовилась я с августа месяца, 2 раза где-то в неделю. На каникулах это было каждый день. Пробное, конечно, зно было легче, честно говоря, по украинскому, чем сейчас. Для тех, кто готовился всерьез, тесты показались несложными. Многие уверены в том, что набрали необходимое количество баллов для поступления в выбранный вуз. Сдавал украинскую мову, литературу. Экзамен прошел хорошо, было несложно. Например, на пробном было сложнее. Готовился я с сентября прошлого 2015 года. Уроки у меня были 4 раза в неделю. Очень усердно готовился весь год. Надеюсь, я хорошо сдал. Ну, поступать я буду в Холодильный университет на Дворянской, на криогенную технику. А вот списать было практически нереально, уверяют участники тестов. Сидели все за спиной друг друга, и списать нереально было. И у всех разные варианты. Своих чад во время тестов пришли поддержать их родители. По мнению Алины Яковчук, современным школьникам сдавать экзамены гораздо сложнее, чем предыдущим поколениям. Я думаю, что им сложнее, потому что когда мы учились, мы сдавали экзамены практически каждый год, и поэтому мы были готовы к экзаменам. А они сдают, вот они сдавали в конце 4 класса, в конце 9 и сейчас. То есть для них это все-таки сложно. Это морально сложно, психологически сложно. Нам было в этом вопросе полегче. Итоги тестов станут известны примерно через месяц. А вот следующий экзамен в рамках ЗНО по истории Украины состоится уже через неделю, 13 мая. Александр Тарасенко, Дмитрий Ищенко, Думская ТВ.